Всем привет! Путешествуем вместе с друзьями компании «Туристическая Ларусия». Вот на эти праздники, большие, обильные и так далее, мы решили съездить в город Псков. Недалеко от Пскова есть город Изборск. Вот в этом городе есть очень красивые славянские ключи. Этим ключам несколько тысяч лет, и в общем они считаются чудотворными. Много разных легенд, очень красивые места. С удовольствием там побывали, посмотрели. Вот посмотрите сами. Где они еще называются? Ключи 12 апостолов. Существует легенда, что когда-то давным-давно была битва. Земля пропиталась кровью падших воинов, вот, а через некоторое время вода ушла из этих мест, и тогда Господь Бог сказал, что Он даст воду этим местам, если эти ключи назовут в честь 12 апостолов, что и случилось. Вот. Еще говорится о том, что каждый должен выбирать сам себе источник, из которого он будет пить. Очень хорошая, вкусная вода. Вообще там очень красиво, здорово. Всем желаю там побывать, посмотреть. Очень красиво. Рядом озеро, в котором плавают красивые лебеди и утки. Все, всем пока, всем привет. До свидания.